большую часть своими, конечно, руками, наклейки. Ну, конечно, с помощью друзей своих. Ну, с душой. Давай я расскажу лучше. Давно этот автомобиль, знаю, каждый год он выезжает в совершенно новом виде, в новом спеке. Постоянно какие-то новшества, катается по всем городам. За прошлый год он поймал на тюнинге, завоевал больше всех наград, если я не ошибаюсь. Вот. У нас получилась заруба, он или Fire Lady. В итоге Ветрову я позвонил, он сказал, что ты пилил, готовился, а он не делал ни хрена, поэтому ты достоин. И он ест на фудкорте и тебя поздравил с победой. Поздравляем! Фестиваль автомобиля! Ура! Большое спасибо, ребят. Сейчас мы идем в коллекцию, будешь возить на фестивале теперь. Очень приятно. Похлопаем, ребят, спасибо. Итак, дальше я хотел пригласить сюда Костика на...